Приветствую всех на моем канале, начинающим кулинаром Новый Скокс. Сегодня у нас историческое блюдо фрикассе из кур. Фрикасе французское блюдо, оно известно с давних времен, но наибольшее употребление и распространение получило в 17 веке. С 17 века помимо простолюдинов, а именно такие блюдом являлось фрикасе, блюдом заинтересовались и другие слои общества, а благодаря императору Наполеону это блюдо э, нашло свое дальнейшее распространение. Как известно, Наполеон не любил кур, но однажды повар, молодой по незнанию, э, несмотря на запрет, приготовил курицу и уговорил отведать. С тех пор Наполеон стал заказывать эту курицу. Итак, э, что такое фрикасе? Это всякая всячина в буквальном переводе от глагола жарить, тушить, всякая всячина. То есть обязательная составляющая классика рецепта это белое мясо, непременно белое, то есть крольчатина, либо это голубятина, либо это курица, это грибы, шампиньоны и это лук. А дальше вы кладете то, что есть в вашем доме. То есть дальше начинается импровизация. Вот у меня болгарский перец, но не обязательно. Можно взять сельдерей, можно Взять морковь, то есть все, что есть в вашем доме. Класс, классика рецепт, повторюсь, только лук. Из специй мне нужны черный перец, прованские травы, соль, также нужна мука, нужно масло сливочное, и либо оливковое, либо масло виноградной косточки. И если также нам понадобятся сливки, если вы будете готовить классический рецепт, то для загущения блюда нужны желтки и лимонный сок. А в более современном варианте идет белое сухое вино. Я буду готовить с вином. Граммы, как всегда, в инфобоксе. Я все распишу. Итак, первое, что мы делаем, это берем курицу. У меня филе бедра куриного. И из одного кусочка я отварила бульон. Как готовить бульон, у меня есть видео. Можете посмотреть в плейлистах. Первое блюдо. Я отварила куриный бульон, он нам понадобится. А остальное филе бедрышек я нарезаю на кусочки. И после того, как я нарезала всю курицу, существует два способа готовки блюда. Первый, муку делим пополам, и каждый кусочек на данном этапе нужно обвалять в муке, а затем добавить еще столовую ложку муки. А можно просто сейчас обжарить, а всю муку добавлять потом. Но в избежании комочков я решила сначала обвалять курицу в муке. Кладем сливочное масло вместе с оливковым, то есть миксуем масло. Ставим сковородку на огонь, и как масло начинает растапливаться, выкладываем курочку, обваленную в муке, мой вариант, на огонь. И нужно обжарить нашу курочку, но не нужно ее зажаривать до корочки. Курица должна лишь обжариться, то есть она должна оставаться белой. Именно такой вариант приготовления фрикасе нам необходим. Нарезаем полукольцами лук. После того, как обжарим курицу, будем добавлять сюда же лук. Не забываем перемешивать курочку. И будем обжаривать лук вместе с курицей. После этого пришел черед других овощей. Будет ли у вас это морковь, сельдерей или болгарский перец, решать вам. У меня болгарский перец, я его нарезаю просто на полосочки. И буду добавлять этот болгарский перец также курице с луком. После того, как лук тоже слегка обжарился, не нужно его карамелизировать, обжаривать там в хлам, и ему нужно именно чуть-чуть обжарить. Теперь выкладываю болгарский перчик, и пока он обжаривается, нарезаю шампиньоны. У меня маленькие, я разрезаю их пополам. Если шампиньоны будут больше... Разумеется, вы нарежете их мельче. И выкладываю сверху шампиньоны. Теперь перемешаю и буду обжаривать еще с шампиньонами. Шампиньоны дадут сок. И после того, как он выпарится, мы добавляем вино, белое вино. Все граммы, повторюсь, будут в инфобоксе. И после того, как выпарим алкоголь, у нас останется лишь запах, пришел черед специй. Мы солим, перчим наше блюдо и добавляем прованские травы. На специи нет рецепта, то есть вы берете по своему вкусу, по своему желанию. Я могу лишь рекомендовать, как делаю это я, но тем не менее, повторюсь, вкус у каждого свой. И все наше блюдо заливаем куриным бульоном. Ставим на огонь и минут 15 оно будет готовиться. Теперь пришел черед сливок. Мы выливаем сливки в миску и добавляем второй раз муку. Для чего это нужно? Чтобы загустить сливки. Чтобы сливки не свернулись, также сюда надо будет добавить несколько половничков того бульона, который тушит нашу курицу с овощами. То есть вот в эти сливки мы берем горячий бульон, а не наоборот, не сейчас сливки. Если мы эти сливки выльем на сковородку, то сливки у нас свернутся. Сливки холодное блюдо горячее а вот мы добавили несколько э, половничков бульона и вот теперь эту массу отправляем на сковородку мешаем отправляем на плиту ничего сложного поверьте нет блюдо получается очень и очень вкусным через минутку мы еще раз Посмотрим на специи наше блюдо, еще раз перемешаем и отправим еще на минутку на плиту. Тем временем нарезаем зелень. Зелень можете брать любую. У меня укроп и петрушка, может быть здесь и базилик, и орегано, и все что угодно. Наше блюдо готово. Посыпаем зеленью. И благодаря тому, что курица прошла вот такой процесс, она и слегка обжарилась, она и тушилась в бульоне, и затем в сливочках. Здесь также присутствует вкус вина, но самого вина нет, мы его выпарили. Блюдо нежнейшее. Курица получилась просто нежнейшая. Советую всем попробовать блюдо простолюдинов, которое так понравилось императору Наполеону. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе новинок выходящих на моем канале желаю по традиции всем приятного аппетита и до новых встреч на моем канале начинающим кулинаром новис кокс всем пока пока